Астраханский «Волгарь-Газпром» завершал подготовку к сезону в Турции матчем против Петра Треста из Санкт-Петербурга. Команда второго дивизиона оказалась отнюдь не из робкого десятка и подпортила настроение сопернику перед возвращением домой. Подопечные Льва Иванова начали встречу бодро. Прорыв по правому флангу Олега Динеева завершался нацеленной передачей низом. Владимир Михалев врывался в штрафную площадку, но удобно принять мяч на скорости не получилось. Питерцы ответили массированной атакой и заработали угловой. Подача завершилась спорным эпизодом штрафной площадки. Такой борьбы у ворот во время каждого стандарта хватает. Но в этот раз турецкий арбитр усмотрел нарушение правил и указал на точку. Дмитрий Лавлинский исполнил удар эстетски в верхний угол ворот. 0-1. Такой ход событий явно не входил в планы наставника «Волгаря» «Газпрома». Он выдержал небольшую паузу и, видя, что ничего к лучшему не изменилось, провел сразу две замены. Олег Динеев и Андрей Мязин ушли отдыхать, а на их место вышли Николай Нестеренко и Александр Антипенко. Партнеры тут же принялись грузить на высокорослого форварда одну подачу за другой. Результат пришел не скоро. Сразу после перерыва питерцы просто образцово распорядились своими шансами и обеспечили себе большой задел в счете. Вначале защитники допустили просто безобразную ошибку. Вынос мяча подальше вперед никак не должен был стать неразрешимой проблемой для Андрея Печника. Вначале он просто замер и пребывал в роли зрителя, а потом уже Егора Окорокова было не догнать. Ввел в заблуждение защитника и голкипера, тот не успел выйти. 0-2. Следующий мяч опять забит при полном головотяпстве защитников. Долгий, спокойный розыгрыш закончился очевидной подачей в штрафную площадку, где все тот же Окороков неспешно оформил свой личный дубль и довел общий счет до разгромного. После всех этих событий астраханцы прижали соперника к воротам и подолгу не выпускали за середину поля. Здесь и моменты пошли один за другим. Вначале Роман Тузовский просочился по правому краю и сделал прострел. Александр Антипенко не дотянулся. Затем Антипенко возвращал должок и после углового сделал отличную скидку на партнера. Тот пробил штангу. И все же Антипенко своего добился. Подача Евгения Писегова от самой бровки получилась конфетная. Форварду оставалось головой расстрелять ворота. Но и на исходе времени очередной стандарт вызвал суматоху у штрафной площадки питерцев. Мяч отскочил к Печнику, и тот скрасил горечь поражения. Итог 2-3. Вроде не хочется сбрасывать, так сказать, на судейские ошибки. Ну, нормально играли футболисты, вы, наверное, сами видели. Первый пенальти назначен, непонятно, и не назначен те ворота. Вот. И ошибка защитника с вратарем в конце. Вот и вся игра поломалась. Потом видели полное преимущество наше, выровнялась игра. Хорошо проявили характер, играли. Ребята хорошо потрудились. Вот, команда «Волгарь» – хорошая, добротная команда первого дивизиона. Вот. К сожалению, хотя у нас на эту игру не было ресурса. Вот, замены были ограниченные, кольца, и пришлось выпускать футболистов не на свои позиции, потому что другие, кольца, уставшие или травмы получили. Так результат очень позитивный, он нужен прежде всего для веры в себя. Стоял как-то вот на линии, ну пройдет, не пройдет, как бы вне игры, не вне игры. Получилось, вот, прошла передача, здорово, хорошую передачу получил. Первый раз, второй раз тоже. Повезло, можно, где-то повезло.